Всем привет, мои дорогие! Вы находитесь на канале Тамарина Кухня. Сегодня приготовим вот такое очень аппетитное и вкусное блюдо. Куриное филе с картофелем в духовке. Картофель очищаем от кожуры и нарезаем вот такими дольками. Куриное филе нарезаем средним кубиком. И отправляем его к нашему картофелю. Лук нарезаем четверть кольцами. Добавляем соевый соус, молотую паприку, приправу хмели-сунели, и оливковое масло. Сюда же отправляем немного соли, так как здесь уже присутствует соевый соус. Точное количество ингредиентов я укажу под видео в описании. Все хорошо перемешиваем и оставляем наши овощи с мясом промариноваться в течение 30 минут. Выкладываем овощи с мясом на противень и отправляем в заранее разогретую духовочку до 180 градусов на 40-45 минут. Вот такое нарядное и очень вкусное блюдо у нас получилось. Очень хорошо такое блюдо дополняет овощной салатик. Дорогие мои, готовьте вкусно, готовьте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. И не забывайте подписываться на мой канал Тамарина Кухня и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Всех обнимаю и всем пока-пока!